На территории парка «Патриот» состоится гонка «Герой Севера за полярный рубеж», которую проводит Северный флот. В этом году события в парке недалеко от Кельдинстроя запланированы на 20 августа. Участникам «Героев Севера» предстоит преодолеть трассу в 5 километров по пересеченной местности с 22 препятствиями. Для гостей и участников состязания будет открыта выставка военной техники, организована работа полевой кухни. Начало гонки запланировано на 11:00 после парада. В 11:30 начнутся забеги, а в 16:30 состоится церемония награждения победителей и призеров. В соревнованиях может принять участие любая команда, состоящая из совершеннолетних граждан России, имеющих медицинский допуск. Подать заявку на участие можно до 18 августа. В прошлом году в парке «Патриот» была установлена новая спортивная инфраструктура. Она расширила возможности проведения разноплановых мероприятий, в том числе патриотической направленности, а также тренировок спортсменов и военнослужащих.